Итак, здравствуйте, он делал видеообзор на игру Копатели онлайн, и я зашел в в самом интернете. И мы видим тут карты в топ-карт. Я вам сейчас покажу, как что тут есть вообще. Мы нажимаем на просмотреть. На карте есть 5 кубков, меня это уже радует. Так, создание карты. Как видите, я в интернете не профи. Потому что, я как бы не играю здесь. Ой, что это такое? Что здесь есть? Здесь есть клад убогий. Пустой, ёпта. Ну, блин. Ладно, сейчас мы пройдем. Подождите немножко, сейчас Димон сделает свое. И мы присоединились. Так, как мы тут видим, карта небоскреба называется. Как я вижу, тут огромный небоскреб. Карту можно сравнить из самого контакта. В одноклассниках то же самое. Хрень одна. В одноклассниках тоже нет достойных карт. Что тут есть? Тут есть какая-то хреновая. Это что, как дом админа? Ладно. Тут там я видел кубок, только я не знаю, как забраться. Ну, мне как-то поебать на этом. Ну, я тут вижу крипера. Вон тут рыбки. Так, что тут есть? Так, крипер. Понятно, что не паук из Майнкрафта. Тут есть золотой кубик. Сейчас мы нажмем спамимся. Может, не лень ходить. У меня тут нет денег, полет здесь, скорость 2 урона. Так же зомбака, как в ВКонтакте. Блять. Арена для воинов. Пиздюков. Вау, ладно, не слава. Ну, здесь точно какой-нибудь задрот, который играет, любит играть в этом интернете или просто копит деньги. Мне не интересно в интернете играть, у меня там нет достижений никаких. Чего у меня там даже только... А там тупо стекол нет. Так, что тут? О! Это придумал админ Мирокс. Так, тут есть этот кубок. Это придумал админ Мирокс, который ВКонтакте это все сделал. Это очень классное здание. Только здесь админ поленился, сделал бока. Там бока немножко другие, но это не главное, я так считаю. И мы сейчас зайдем вот в эти прекрасные убогие здания. И это хрень какая-то, которую он хочет сломать, как я думаю. Помню я в свое время, были такие карты, как у меня вот карта голосуни с маленькой буквы. Очень, мне кажется, хорошие карты были, сейчас уже не то. Говнизм цветных кубов один. Ну... Я же не могу их запретить, вот это строить. Ладно, раньше даже вещей бан не было, даже никто не допёр, что это за хрень. И тут я вижу 3 рыбки. Вот этот баг меня бесит. Да, тут 3 рыбки. Ну, я как бы заканчиваю свой видеообзор на этой убогой карте. Сейчас мы подойдем и сделаем то, что надо. Вот так. Как-то так. Я ставлю этой карте 10 баллов. Еще судить то, что это игра в интернете, сколько я ей поставил. Я ей поставлю вот за этот прекрасный небоскреб 5 баллов из 10. И заканчивается видеообзор. Всем удачи и пока. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. С вами был Красавчик из ВКонтакте в этом говне в интернете. Я даже не помню свой ник. Всем удачи и пока.